умер первым, потому что безумно важно быть первым. Безумно можно через стены. Дурачок. Куда бежать? Понял, принял. Как угодно. Скажи что-нибудь хорошее про меня. Всем йоу, дорогие друзья! Добро пожаловать на новую серию! С вами сегодня, как всегда, Кофи, Толя Следователь, Алёш Хайпер, Паш Клейнс и, конечно, Джонни Флэджи Кей. И сегодня у нас модничок в CSGO! Хэй, Аусаба, бойс! Так, чё, все поздоровались, да? Короче, ребят, сегодня у нас, посмотрите на вот этого мужчину зеленого такого, а? Шрека в таких вот трусиках, понимаете? Который клеты уже готов, собственно. А мы его не убьем. Короче, друзья, вот такая вот карта сегодня. Нычек там полно-полно, поэтому все же при этом просмотра. Приятного аппетита, будет веселая серия. Погнали! Ехала. Ну нахуй. Так-так-так, а что это у нас тут такое? Давненько мы не открывали кейсы, поэтому я решил зайти на forcedrop.gg. Предлагаю открыть нам пару кейсов и посмотреть, что мы оттуда получим. Предлагаю начать с двух тайных кейсов. Давайте откроем и посмотрим, что нам оттуда выпадет. Я надеюсь, что мы с вами сейчас уйдем в плюс. И по итогу мы с вами получаем две эмки золотая спираль. Неплохо, неплохо, на 100 рублей мы с вами ушли в плюс. Это хорошо. Скажу вам по секрету, только вот, пожалуйста, прям вообще никому. У меня есть свой собственный промокод. Вот COF25, который вы видите сейчас перед собой на экране, который дает 25% при пополнении к балансу. Ну что ж, желаю всем удачи и, конечно же, приятного просмотра. Парни, а вообще-то вы знаете, что Лёха так-то уже выжил? Мы чё-то много это... Затупили, так это... сказать, поэтому... Прикол, да? Так, ладно, так Лёх, мы носители смотри. Короны, нам похуй. Чё, Лёха, как, да? Эй! Да, давай полегче, братан, ты что делаешь? Не базарь, капец, капец он карлик будет. Зеленый, а реально зеленый карлик, хайпер реально. Вот. Давай, он прыгает. А сейчас он где? Побежал. А он по этим, по лабиринту бегает, да. Прыгает. Один хромакей Шрека не будет. Кто ты с хромакеем Шрека, а? С хромакеем ты никто, реально. Пусть тебя, Леша. Просто бегающие трусы. Ответь за базар. Я ретро-вейвовский, понял? Леша, на тебе трусы большего размера, чем надо, понимаешь? Ну да, заметно. Так он к лету готов, понимаете? Он все, он по-летнему просто носок засунул, Леша, да все. Он самый первый, он самый первый приоделся, он самый первый Что? А за что? Выбесил! За что ты его убил? Знаешь? Это карма! Я умер первым, потому что безумно важно быть первым! Безумно можно через стены! Попасть туда! Окунуться в даль! Он где-то за мной... Не, вон он прыгает в фонтане. У меня компьютер лагает. Прощай, Лёша. Там сидишь, там этот, Лёх, там Тамир, Андрей, как бы... Где? Вот там, где ты был сейчас. Там петухи танцуют, что ли? Олег, зря ты это сделал, мне кажется, не. Да, зря! Олег! Куда я полетел? А я ни при чём! Конечно, Олег, конечно. А где мир Олега, у Андрея? Где этот мир, скажи мне? Паш, а ты это ты тут, что ли, Паш? Да. Да. Так, ладно. Нас никто никогда не догонит. Нас не догонят! Нас он сейчас врывается, открывая двери. Somebody! Да-да-да-да-да, так и должно быть! А где вот? Его нету! Он здесь, он в доме. Широкек, ты где? Это какой-то скучный Шрек, иди давай в бассейн. Я просто... О! Паша просто в тупую в упор к нему стоит, она у нее... Не-не-не-не-не-не-не-не! А! Сейчас Шрек обморожение получит, он в печенюху Олегу зазвездюлили, смотри. Пока, Олег. Да все, ты не закрыл дверь за собой. Под контролем. У меня под контролем нет! Блин! Олег, ну как бы, было бы неплохо куда-нибудь спрятаться, потому что первая, конечно, неплохо пошла, но... У тебя так забавно на заднице смог. Ну у тебя такой же ровный день. Ой, нифига себе, Шрек, ты уже здесь? Давайте сразу в болото. В болото сразу. Так, а Джонни, вы где? Джонни, повтори. Стой, Джонни, повтори, дело, что мы сделали. Я могу показать тебе суперскую нычку. Давай, я вижу меня. Так, сюда. Правильно, да, сюда прыгай. Сюда. Воу! И сюда. Да, правильно, ты правильно делал, да, сюда. Воу! Пацаны, мы с вами практически вместе сидим.
Понятно, да, минус. Чё, эй, я ничего не делал! Арю охуел там. Айру. Ой, обожаю. Да кто стреляет? Чё за говно? Джой, спасибо, что освободили пространство. Меня это раздражает. Стало свободно здесь намного, на самом деле. А ты в курсе, что я могу через 3 секунды назвать твое местоположение, Олег? И что это? Чем это поможет? Было бы, кстати, неплохо, на самом деле. И вот это... Ой, зеленоглазый такси приехал. До свидания, блядь. Тебе хана. Давай, так, куда хана? Блядь, реально хана. Ай. Я попал? Не умирай только, пожалуйста. Лицо. По-братски, Джонни, ты Олег, нужен. Если я умру, это будет на твоей совести. Ты понимаешь это? Джонни, на чём? У него нету совести, чё ты начинаешь? Стоп, слышь! Куда ты убегаешь? Понятно, минус Лёша. Ну да. Никогда не сломаешь. Я его держу. У меня был шанс тебя зарезать, и не стал. Чё за чмо меня вырубило? Я его задержал на секунду. Джонни, беги. Джонни, беги. Нокаут, нокаут. Джонни, давай. Понятно. Джонни, давай. Ребята, мне так хорошо здесь. Охуе, мэн. Это получилось. Сейчас Джонни, забеги в курятник, Бля, подожди. Джонни! Джонни! А чё тут-то не фанило, ебать? Джонни, быстрее в курятник беги! Забежал, забежал. Бля. Да кто ж, я взлетел! Джонни, я тебе серьезно говорю, спасу. Пацаны. Так, я уже спасся, Олег. А раньше нельзя было сказать? Так я думал, ты видишь. Не, в курятник, наверное, там... Он меня шёл только что это. Что-то мне не понравилось, пока. Мы вовремя смотались. Олег, твой вчера, давай. Мне интересно, сколько хп потратится у тебя? Да ты охренела! Как ты меня увидел, блядь? Лёша, ну какого хера? Если на телепорт нажмешь, там виска звонит. Лёша, ну... Да? А ты залезь, я проверю. Ребята, он за мной бежит, сделайте что-нибудь. Это ты зря сделал. Да, он ничего. Что именно? Дурачок? Куда бежать? Понял, принял. Ничего не видел. Опять за мной. И вот опять Олег подосрал тебе все. Ну ты видишь, да? Чего? Когда? Меня никто никогда не сломает. Мы ютуберы. Я понял. Мы носители просмотров. Безумно можно быть первым. Безумно можно перейти. Все, ребят, это уже реально CSGO головного мозга. TikTok головного мозга, реально. Понимаю. Ой, брат, как я забил у тебя в телефоне? 3-8-3-5. Так, Джуди, уходим. Он поверху бежит, ребят, за вами. Вперед, за вискосом, вперед! Джуди. Он у себя на респе. Прыгнул на этот, на грузовичок. По-моему, трусики слетели. Понимаешь, Лёша, работа не... Я понял. Не волк, волк это ходить, а волк это работает. Ой, это он! Стой! Понятно, майнус. Джонни, беги оттуда! Я бегу. Ой, дурачок. Bye, fuck you, man! Я же сказал, беги оттуда! Юрод! Ты меня что, не слышал, что ли? Я бежал как угодно. Скажи что-нибудь хорошее про меня. Что-то... Толь. Ебти. Чиз работает? Он взлетел, он летает! Я промазал! Нет! Отвали! Лёша, отвали! Отвали от серебонькой! Давай! Да нет! 20 секунд осталось, да! Ну давай! У тебя есть МП-5. Дурачок. Вот это зачем я сейчас делал? МП-5. Вот это вот... Он рядом. Давай, пошел в бассейн, искупайся, печенька, ты же растворишься. Олег, это не помогло, по-моему. Помогло! Да! Да! Так, пацаны, быстренько прячемся, быстрее. Таночки, ты знаешь или нет, прячемся? Давайте ко мне, пацаны, давайте ко мне. Так, ребята, с моего болота давайте быстрее. Я, конечно, не знаю, насколько это пару секунд будет с моего болота уйти. Ты серьезно? Мы в доме на втором этаже, Джонни. Хорошо. Не, спрячься, он нас не увидит так. Хотя вот да, так вот не увидит, понял? Все нормально, Билли. Слезь. Египетская защита. Вот здесь и сидим. Вот здесь и сидим, все. А мне... Джонни. Давай по приколу вот так вот сделаем. Попробуй найди.
Сегодня реально все перепоем просто. Да все, хватит, пацаны, упали. Ой, блин, что это, почему я? Подожди, ну... Это Шрека просто, посмотри какой-то, складки жировые, мировые. Ну это я, кстати. Ты что, тут с собой бегаешь, пошли прятаться, ты что, дурачок, что ли? Вот, ребят, знаете, вот сейчас у нас будет два мужика, да, и это ошибка большая, большая, большая. Безумно важно быть Шреком. Короче, пипец, я просто... Нам. Вот реально, мне кажется, самая рабочая тактика... Не надо, а ты подсматривай, я подсматриваю. А вот чисто... эти моменты не надо. Это просто насесть ловушки, типа... Точнее, в нычки, и все. Типа, цыпа-дрипа. Все, парни, короче... Я засел в нормальное место, вроде бы. Ты осел. Смотри, сейчас опять там спрятались, я буду угорать. Нееее, куда там? Ты что, не... А, тебе неинтересно, реально. Замечательно, спасибо. Не, мне реально что-то подсказывает, что два маньяка, это ошибка большая, реально. Типа, ладно, Лёша там в команде, но Джонни... Просто орда идёт. Просто два Шрека, в мультике не было два Шрека, так что у нас такого тоже быть не должно. Ну, почему вывели? Так он клонировал сам себя. Там Фиона была, я Фиона. А, ну хорошо, если так, то окей. Так это его дети Шрека. Да, мы дети. А, то есть это уже спустя сколько лет, да? Хотя, слушай, да, у Шрека было, по-моему, три это бэйбика, да, по-моему, так что это... Речь сейчас дверь открывается, а можно залезть. Бэйби Йода у него был. Бэйби Йода, да. Ой, мне так нравится, что... А чё резко замолчали? Так, ладно, я телепортируюсь, короче, я устал в нычке сидеть. Я понял. Безумно важно быть Шреком. Безумно быть Шреком. Все, у нас есть первый. Безумно можно быть первым. Паша. Так, и что, и где они, собственно? Ну, меня все. Тихо. Ну смотри, один, короче, в ванной. А у меня здесь в ванной. Почему-то вопрос. А другой в сральной. Во все, вопроска нету. Короче, это... Он на первом. А, на втором этаже. О, как. Че, печенька? А, пора отведать тебя. Пора папиру. Да куда ты попрятался? Я не успеваю просто ничего сделать. Парарапиру. Так, Джонни, предлагаю объединиться. Я одного нашел, подожди. Кого? Где? Кого? Я кого? Буду... Кого? Не вижу. Бля. Мне кажется, у вас проблемы. Пацаны, нет, Коля! Нет. Я остался один. Джонни. Очень крутая тактика. С двух сторон просто заходим по стенам, типа, понял, да? Так, спустился уже, если что. А, он спустился? Да. Где он? Он не спустил. Не упал, реально. Я слышу, как он по дому бегает. Я тоже слышу. Сейчас найдем. Все, не, матерять что-то не выйду, реально. Нафиг. Матерять что-то, спускаться не собираюсь даже. Слышь, вы там ищите, парни, ищите, реально. Но я остался один, понимаете, теперь все. Слышь, maybe. Он на лабиринте, maybe. Он здесь, он на первом этаже. Понял. Бегу. А знаешь, почему я понял? В туалете. Почему? Потому что ты заблокировал мне выходы. Да ладно, да? Серьезно? Козел. Я держу в заложниках Шрека. Я понял, отлично. Все, он на улице теперь. По сути, я хотя сейчас телепорт посмотрю. Нет, в доме. Опа, увидел. Быстрее! Он на клипе улетел, да? Офигеть! Да что происходит? Он на клипе! Он возле лабиринта! Он запрыгивает в дырку! Он не запрыгивает в дырку! Он по лабиринту! Он не по лабиринту! Он по кустам бегает! Вот, все, я сказал. Нет, так, подожди, стой. Олег, слушай, вот ты реально слишком много мата. Орю, гонишь? Ты чё сделал? Вот ты печенье. Именно Джонни. Я зашел в нычку к Джонни, он испугался, нажал телепорт, и мы ТП-шнулись на тебе. Не, ну молодцы, пацаны, на самом деле. Я хотел, как раз проголодался, печеньки сейчас захавал, как раз таки, вообще прекрасно. Вот, чувствую себя хорошо сейчас. Чёрт, я очкую, Паш. Да ладно, чего вы начинаете-то? Он нас не найдет, не найдет. Нас не догонят. Попробуй найди. Да, да, а я же найду. Понимаешь, пацаны, как бы, да? Так. Ну да, да. Нас не догонят. Не, я главное спокойствие. Прям чувствую, еще немножко, и я прям отыщу. Так вытащи кое-что. Мне так хорошо на свежем воздухе стоять.
Паша вообще нормально. Он просто стоит на улице и... Да, да, да. А Толя на улице, что ли? Паша, да. А Толя, а что Толя? А Толя я не скажу. А Толя не на улице. Он на улице и не на улице. Я одновременно и в домике, и не в домике. Да, Толя, что ты скажешь? Куда пошел? Куда? Не, ну это нормально. Рокер Жамба Джонни. И как хорошо, что никто не услышал, где Толя, как я сказал, да? Ну давай, 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 давай побегаем. Давай, ты же умный такой у нас, да? Давай. Олег, одно слово, я тебе помогу. Да не надо, я с ним, я разберу же с ним. Полетел, да упа. Ой, давай, что это так, эта земля потряслась? Давай, 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 что, все, да? Так, а Толя, мне кажется, где-то будет... Сейчас, подожди, я помню, что было где-то в доме. Вот тут были вот пара да, таких... Да, он в доме. Вот. Ну, он может смотреть наверх. Так, странно. Логично. Так. Ну, нет, я в плане того, что у него пути открыты, он может посмотреть. Не тут, что ли, никого? Странно, странно, странно. Удивляйте. Не обязательно... Ой. Да далеко он не на первом этаже, Олег. Он как бы и в доме, и не в доме. Странно, а вроде в таком открытом месте стою, да? Да, очень открытая, Толя, Толя, очень открытая, Толя, беги! Бля! Бомбочка как раз такая была. Хорошая бомбочка была, да? Бомба-лей-ло, я понял. На опережение сработало. Понимаю. Ну что, друзья, вот такая вот у нас сегодня забавная угарная серия получилась. Я надеюсь, она вам понравилась. С вами сегодня были, как всегда, Кофе, Толя Следователь, Джонни Фуджаки, Леша Хайпер, Паша Клейнс. Вот, и не забудьте подписываться на все наши каналы. Все полезные находятся по-прежнему в описании. Там лайкусики, делитесь роликом с своими друзьями. Ну, как бы, ну, сами понимаете, все это по стандарту, да, по трафаретику надо сделать обязательно. Вот. Ну, а все, на этом сегодня все, ребята. Всем до скорой встречи и всем пока-пока. Ба-бай. Пока, ребят. Ба-бай. Пока, ребята.